мы, дружная команда «Стилихан», приехали сюда и проводим отличное время здесь. Этот замечательный подарок для ребят, членов клуба «Заслон», подарил министр внутренних дел нашей республики Иван Владимирович Кубраков. Спасибо ему огромное, потому что сегодня глаза детей светятся счастьем. Мы дружная милицейская семья, приехали из далекого Бреста, чтобы попасть в эту волшебную сказку. Благодарим руководство МВД и УВД за предоставленную возможность. Спасибо большое. Мы приехали из Мстиславля и очень ждали этот день. Здесь ярко, столько огней, и уже у нас очень классное и новогоднее настроение. Красивый и интересный получился спектакль. Мы посмеялись, повеселились. Сегодня у нас был супер праздник.